Это Dumplings. Dumplings ресторан. Новые пельмени открылась на Шипсудбее. И как интересно, оказывается, машина сама лепит. Сама делает тесто и лепит. Вот. А тут они варят. Варят пельмени. Здесь машина их лепит. Интересно, это русские пельмени, Russian dumplings. Они готовят их с творогом, с чизом, с мясом, с картошкой, с луком. Нудела. И уже только что открылись, уже столько народу.